Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 22 ноября. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Днем был сильный мороз, а к вечеру потеплело. К долгой стуже. Иней к морозам. Если день начинается большим туманом, то ожидай оттепель. А какая же погода ждет нас завтра, 22 ноября? Сейчас я вам об этом поведаю. В поселке Ветряк Брасовского района Брянской области -3. Вот и зимушка пожаловала. Пора доставать валенки да санки, самому кататься да ребятишек подвозить. В поселке Ветрово Неманского района Калининградской области пока что еще плюсовая температура, как сообщают синоптики. С самого воскресного утра пойдут осадки. Дождь и снег вперемешку. В деревне Ветренка Крестецкого района Новгородской области воздух прогреется до 1 градуса. Позаботьтесь о теплой и непромокаемой обуви. Держать ноги в тепле – самое главное. В деревне Ветренка Шацкого района Рязанской области уличный термометр становится на отметке -3. Весь день будет светить яркое солнышко. Если вы автолюбитель, позаботьтесь о том, чтобы оно вас не ослепило. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!